Добрый день. Вот это убрать можно? Да. Мир вам, Игнатий Тихонович. Миром. Вам видно, нет? Меня видно. А вам? Так, сейчас увижу. Минутку, подожди здесь. А у меня тут что-то не включается. Сейчас. Смотрите. Вот сейчас должно быть видно. Сейчас видно. Слава Богу. Вы в том, где находитесь? В Томской епархии. А, вот как. Томск. У нас временной-то пояс один. Ну, одно время, в 7 часов. Ну, хорошо. Говорите, пожалуйста. Ну, хотел у вас сразу, как вы говорите, что вы не теоретик, а практик. Потому как я перед Рождеством хотел людей сходить на рождественскую службу пригласить. У нас храм молодой, год всего. Вот в прошлом году я пригласительный через местного нашего такого старчика, который всех знает. Вот я, потому что здесь не жил в деревне. И вот он всех-всех позвал. Ну, было около 50 человек на 40 домов здесь, в деревне, Заварзино. Вот, они почти все пришли. Но в этом году хочу я лично пойти. Плюс хочу захватить деревню. У нас вот рядом есть наука такая. Ну, не деревня, это поселок такой пригородный. И вот мне вот интересно, как вот у вас это, как вы делаете это? Вот приходите в дом, как молитесь, что приносите, что даете? Порядок такой. Ну, что молимся, это мы постоянно. У нас благовестническая община. Если мы раньше были в деревнях, по которой, в воскресенье, в которые ходили, то заранее уже договариваемся, сколько машин пойдет. Ну, бывает недалеко, несколько километров, а бывает так до 250 километров. Самое большое, когда мы выезжали в отдельное село, это 46 человек на благовестие сразу. Большое село, мы заранее договариваемся, с какого конца заезжают, по карте мы уже смотрим, какие улицы. Но заранее уже мы туда едем и объявление вывешиваем, с администрацией села договариваемся. То есть все официально. У нас регистрация в краевом отделе юстиции, они видят. Договариваемся, так называемый клуб или дом культуры. На 3 часа дня туда собираться. С собой мы берем Евангелие. Теперь у нас это Евангелие от Иоанна было. На нем наклеено, что в вашей библиотеке теперь будет 38 книг. В каждой библиотеке я дарю своих 38 книг. Ну, не у каждого это есть. Это наше издание, мои книги лично. Вот. Чтобы люди приходили туда, могли брать и читать. Заранее уже мы в библиотеке до этого времени разделяемся. Одни едут в библиотеку, знакомятся. Ну, как правило, мне их приходится. И они иначе реагируют люди, если это автор. Понятно, что. Вот. А остальные идут. У нас так примерно это 1,5–2 минуты на один дом. 1,5–2 минуты. Про все на все, иначе мы ведь просто не успеваем. Идем подвое, только подвое. Постепенно у нас выработался опыт. С собой у каждого, ну, это примерно 1,20 м жезл, 3 сантиметра, посох называется. На нем крупно написано евангельский посох, повдоль, красивый. Вверху видно, как ручка. Почему? От собак, много собак. Если идем, то, как правило, брат и сестра. Если есть дети, то дети с кем-то еще, они навык. Идут. Вот. Идет впереди, я зашел во двор, крикнул, хозяева тут есть, а нету, собака есть, она выйдет. Постучал, нет никого, я иду, впереди меня, впереди держу этот посох, за мной идет сестра. Если кто-то есть, в окно стукнули, выйдет. Если совсем не отвечает, ну видно, что дом-то открытый там. Ну тогда открываю дверь, я быстренько дверь открываю в комнату из синей и кричу, кто тут живой есть? Видно, что кто-то зашевелился, тень, я отступаю назад, никогда в комнате не разговаривают, потому что неизвестно кто. Быстренько выхожу на крыльцо и с крыльца спускаюсь, не на крыльце. Это все иметь надо в виду, это опыт уже показывает. И на моем крыльце, а это уже почти нейтральная территория. Когда заходим, калитка не стараемся защелку не делать и открытой держать. То есть путь к отступлению, чтобы был готовый. Бывают разные ситуации. Ну, выходит, мы сразу говорим, мы из поселка Потеряевка Мамонтовского района. Бывает свой район. У нас сегодня встреча с населением вашим. Мы договорились с администрацией, 3 часа дня. Приглашаем. У вас есть Евангелие в доме? Нет. Мы дарим им Евангелие. А кто придет, мы говорим, дарим полностью Новый Завет псалтырью. Ну, и сразу даем. Выходите, нет библиотеку. Да бывает нет. А вот у вас в библиотеке наши книги. Все. А начинает, а у меня вот какой-то вопрос. Вопросы только там. Мы не успеем иначе обойти. И вот мы как бы стягиваемся все к центру, ну, нужно хотя бы минут за 15 до 3 часов. Всегда одинаково назначаем время.
ситуация может там меняться как-то где-то. Бывает, улицы некоторые не успеваем обойти где-то. Но ничего не сделаешь, к этому времени мы должны уже явиться туда. Народ подходит, но если только бывает, не договорились с клубом на ремонте где-то, тогда на стадионе. А бывает так, приехали там не стадион, и некуда собраться. Мы тогда ищем, ну, станция, железнодорожная станция, и она еще, кажется, не обихожена как надо. Находим место, спрашиваем, а где у вас больше всего люди собираются? Да где? Да на базаре. Вот теперь мы где-то пристраиваемся. Вот надо просто здесь уже смотреть, как это. Открыто всегда совершаем крестное знамение. Очень важно, ну, для сектантов это неприемлемо. Ну вот я показываю, смотрите, точно, чтобы на лоб, на чрево, где пуп, направо, и мы все поясняем, и налево, чтобы вот левое плечо не достает, и мы сразу разъясняем, люди приходят, что оно означает, какая сила. Если нет здесь ни церкви, а церковь бывает только в районе, ну, в конце мы всем говорим, а вы хотели, чтобы у вас была церковь? Конечно, бабушке тут трудно ездить. Ну вот давайте теперь к нашему алтайскому архиерею, Московской патриархии, всех до единого туда направляем, чтобы архиерей благословил вас начать строительство, ну хотя бы молитвенного дома, или у кого-то собираться, ну в зависимости сколько народа, может ли нет храм построить, если нет, кто может помогать священнику. Но просите такого священника, который вас будет учить, а не просто требы исполнять. Обязательно. Ну и маленько об архиерее скажем, как туда пойти, как подать прошение. Вот. Ну, кратко объясняем, когда люди собираются, вот 3 часа, даже без 1 минуты я еще не начинаю, ровно в 3. Сразу люди понимают, да давайте начинать. Нет, кто-то может опоздать на 1 минуту, чтобы они увидели, что мы серьезно относимся даже ко времени. Дальше я начинаю говорить о Христе, о Библии, 2 слова объясняю. Мне главное показать на Христа, привязать к Библии. Ну, а дальше они пойдут сами. Дальше мы уже привязываем к толкованию, потому что в моих книгах это 3-томник Нового Завета, толкование блаженного Феофилакта, это то, что само надо. Если желает образовать общину, это 3-й том, вот на открытый мок у меня книги. Я послал Сергию Дудину, у него можно это взять, по нему вести. Очень хорошее пособие получилось. Через него, говорится, 1000 людей получили выход ко Христу. Ну и отвечаем на вопросы. Вижу, что вопросы у людей начинают задавать. А так как я плохо слышу, со мной рядом становится переводчик. Рядом ребятишки, бывает концерт поставим. Ну, детей привозим много. То есть в зависимости от того, как обстановка нам это позволяет. Вот когда готовимся, то мы уже знаем примерно, что там за население. Бывает там староверы, люди, не имеющие священства, это беспоповцы. Кержаки. Вот. Значит, как им сказать? Где это может быть? Мы знаем, что где есть священство, там есть церковь. Да мы вот привыкли, мы так, мы говорим, в Барнауле есть старообрядческая церковь, мы просто оповещаем им, где вот митрополит Корнилий, у которых каноническое, можно сказать, общение там, с патриархией, ну, признают. Те-то не очень, а их-то признает патриархия. Как крестят. Ну, мне это известно, это мое гнездо, откуда мы родились. Тут я могу им ответить на все вопросы. Вот, когда... У нас крыжаков нет, у нас есть так называемое Белокрынское священство. Ну, там есть священство, это церковь настоящая, тут толковать даже не о чем. Но иногда встречаются там сектанты. Вот. Теперь я должен хотя бы приблизительно, я, как правило, не спрашиваю, какого направления. Несколько наводящих вопросов, и я уже сориентируюсь, кто они такие. Если это иеговисты, они, как правило, не приходят и слушать не будут. А бывает, приходят баптисты, с этим легче разговаривать. Вот. Бывает, адвентисты приходят. Ну, то есть, тут обстановка маленькая меняется, показать. Вот. Когда мы возвращаемся, некоторые приходят раньше, то стараемся зайти в какие-то организации даже. Приглашаем, идем в магазины, где мы всех подряд, всех подметаем. Вот такое-то время, в 3 часа, у вас договоренность с администрацией. Ну и дальше уже ведем беседу. Кто пришли, всем дети наши получают Новые Заветы, идут по рядам и раздают. Вот. Иногда бывает так, проходит немножко времени, и к нам приезжают оттуда, и приезжают, чтобы мы приехали, провели у них снова занятия с людьми.
Ну, обстановка-то, знаете, как разная бывает. А чтобы вот враждебно никак не хотели принять, это отдельные люди. И самая враждебная обстановка там, где есть храм православный. Это самое враждебное, невыносимое. Попы, лютые волки. Он не знает, не слышал ничего. Он сразу встает и кричит: сектанты, не принимайте. Ну, еще я могу сказать, это безумие полное. Я ему показываю Евангелие. Они Евангелие по дворам ходили, собирали и сжигали в церковной ограде. Я патриарху Кириллу написал: какие антихристы окружают вас. Вы за это тоже ответите, вы обязаны следить. Это нельзя даже высказать. Ну конкретно ты скажи, какая вина, или что тот, идем, допустим, в церковь есть. Мы начинаем, ну, с самого дальнего конца. Люди все нормально, хорошо принимают. И там даже один увидел у меня костюм. Ну, я бедно живу. Да я тебе другой костюм дам. Там угощают, что-то бывает, что-то сунет ребятишкам, но мы не разрешаем нигде ничего брать. У нас тоже. Придете там, там на месте мы уже поговорим. Ничем нельзя быть связанным. Я помню еще в Новосибирске, Игнат Тихонович. Там место, когда я и по диаконству, вот таки Тихон, у вас там был такой пояс миссионерский за духовное возрождение России. И вот мы когда в Омск поехали, и митрополит Феодосий тогда еще, когда был там на кафедре, везде дал объявление, что приезжают сектанты, которые будут, значит, проповедовать. Ну какие мы сектанты? Там мы по благословению с патриарха приехали. А ему все это, ну не патриарх, но все равно. Это же послушание, да. В первую очередь послушание Богу, Христу. Значит, потом идет послушание церкви. А если этого послушания нет, то сам себе хозяин. Каждый поп, у каждого попика свой типик. Свой папа. И вот мы идем, допустим, ближе к центру стягиваемся. Чем ближе к храму, тем напряженнее обстановка. А возле храма как зона выжжена. Не надо нам ничего. Я хожу, я на клиросе пою, пошли вы отсюда. Ну, гляжу, вышел один здоровый такой мужчина с бородой и стоит, ну, видно, внучка его. А кто вы такие? Да может, не внучка, дочь его. Ну, я говорю, мы приехали вот отсюда, да. Да так враждебно, я говорю, а почему вы так агрессивно настроены? Я только подошел, вы даже не знаете. А что мне знать, что тут? Я тогда пошел, когда дальше, это соседний дом, и спрашиваю, а кто это такой? Это батюшка, он запрещенный, за это дело показывает. Но хоть он запрещенный за штатом, но у него та же самая кровь, то же настроение. Я говорю, а Евангелие, это у вас есть? Нет, мы стараемся, даже в одну деревню приехали, куда крестный ход идет. Это тут такая у нас... Коробейникова. Коробейниковская, Божья Матерь, там икона. На село 1000 человек, мы нашли, кажется, 2 Евангелия только. Вообще ничего нет. Мы 450 новых заветов подарили только за один день. Так вот, вышел, когда мы собрали людей, как правило, если попы есть, сразу вызывают милицию. Начинает говорить, это свидетели Иеговы. То есть, что попало? Это лютые волки. Вот Деяние 20 глава. Нещадящее стадо. А милиция-то приехала, и главное, звонят... Такая Алтай отвечает, это зарегистрирована православная община. А почему вы сказали? Поп не знает, начинает крутить тут это. Ну, прямо натравливает. Но тогда народ сам на него, да вы что делаете? Ну, не нравится ты, не мешайся. Вот мы договоримся. Клуб уже открытый. Самый последний момент. Перед этим приедем к батюшке, вот, тамошними, которые есть, патриархийные, благословились, побеседовали. Остается полдня. В это время звонит, не приезжайте. Почему же не приезжать-то? Да как же, мы оповестили 10-15 тысяч населения, и как же я могу не прийти-то? А я с благочином сказал, он сказал, я не разрешаю, да вам это не принадлежит, это территория деревни. То есть они ничего не знают. Ну, напоролись там, корреспондент, написали статью, там, фамилия его Мороз Олег, и говорит, а кто же это ставил священников выполнять роль секретаря по идеологии, кого пущать, кого не пущать? Ну просто совершенно никуда, и притом это не одном, а везде так, где есть священники. И вот, мне это интересно, почему? Я сейчас поясню. И вот мы там в Коробейниково находимся, в первую очередь зашли в храм, помолились. Батюшку вызываем, туда перед этим мой родной брат, протоиерей отец Аким приехал. И вот он выходит, это все у нас на видео заснято. Это прямо вот в Mail.ru у меня стоит там. И он, и милиция, майор тут сует, ну что делать, майор-то не знает, а уже к попам-то привязаны-то. И вот он начинает, он стоит, отец Роман, Игнатий Тихонович, я прошу вас, уезжайте отсюда. А народ собрался возле храма, там это, на улице, никакого отношения к храму-то не имеет там. Я говорю, знаете, гадаринские просили так, уходите, когда свиньи утонули-то, когда надо, я уеду. Он перебивает опять, я прошу, уезжайте отсюда, у него паника.
И что, недавно его епископа рукоположили? Недавно, вот, ну, несколько месяцев назад только. Когда собирались тут и архиереи, я говорю, давайте посмотрим вот за записи. Вот в трех населенных пунктах, в другом 50 тысяч населения. И он просто с ума сходит. И вот они, эти священники, вызовите их, давайте побеседуем. Как он мог натравливать людей, зная, что мы православные? Я стою, совершаю крестное знамение. Их свидетели Иеговы, ну, знаешь, там суд идет над ними. Они выиграли этот процесс. Там Калистратов в горном Алтае следили. Безумие. Наши материалы раздаем он перед народом. Вот вы брали материалы. Вот так надо поступать. И вот так вот рвет перед народом, стоит и рвет. Но я могу называть Вячеслав Данькин имена. Вам-то это ничего не скажет. Разве можно нам называться христианами, если у нас внутри не любовь? Если это не Дух Святой, притом Дух лжи, Дух лжи, буйный Дух лжи, а всякая ложь от дьявола. Мы едем, вот мы проехали нынче пол Европы буквально, и везде в национальной библиотеке дарю свои книги. Это не рубль, вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А какие отзывы? 6 мусульманских республик прошли, это все рассказать невозможно. Это 444 пункта прошли от Дальнего Востока и до Германии и дальше. Почему? Я люблю Господа. Я могу передать опыт, но если человек желает это, желает. Потом приходит, бывают моменты, священники, да я вот разобрался, прости меня, что я делал. Да... Есть поговорка, я говорю у русских, наплевать да забыть. Нам некогда даже прощаться, мы обязаны работать. Патриарх Кирилл говорит... Нам нужно переформатировать сознание народа, выходить на перекрестие дорог. Что непонятно? Общин нету. Вы не спешите уйти из храма, патриарх Кирилл говорит, подойдите к батюшке, пригласите, скажите, батюшка, пригласи меня на чай, посидим где-то. А у нас община, у нас как одна большая семья. Нам есть что показать. Почему? Это труд. Мы это идем по домам, ну это в городе, тут другое, это по квартирам заходим. Даем то же самое фактически. И спрашивают, а где вы были? Тут всякие разные идут, йоговы какие-то. Ну, они не знают, как назвать-то. Почему вас не было? Уже все растащили. Ну, опоздали. Так это еще бывает трудно менталитет. Вот мы в конце службы, я чаепитие организовываю. Мы там сидим, я что-нибудь по Евангелию читаю, по апостолам, мы обсуждаем, вопросы отвечаем. Но для того, чтобы собрать, люди привыкли, пришел на службу, стоял, как Иуда, мне вспоминается, взял кусок и пошел. А дальше-то, вот это вот состояние соединения со Христом, чтобы пообщаться, я знаю, что вот это да, вот эти вот вечери любви, они даже как продолжение службы всегда воспринимались раньше у христиан. А сейчас все, ты причастился там, а кто там рядом с тобой стоял, как его звать, величать. Ты с ним соединился в такую полноту даже больше, чем в семье муж с женой соединяется. А ты даже знать не знаешь, как его зовут. И поэтому это, конечно, менять надо. А я сейчас сталкиваюсь, у меня послушание, отпеваю в течение трех дней, всех подряд, как у нас сейчас, ну послушание. Конечно, погруженных я отказываю. Хотя бы уж, чтобы священник крестил владыка, сказал, таких уже, говорит, не отказывай, а то, говорит, они меня завалят этими прошениями. В общем, ну я сначала как-то отчаялся, ну как быть-то, это против меня просто изнутри. Но потом Господь мне открыл, говорит, ты, говорит, не ради этих людей, а ради тех, кто приходит рядом. Может быть, даже не ради родственников, которые слышать ничего не могут, а вот те, кто просто пришел посмотреть, так, ну, выразить свои соболезнования, вот они, бывает, слушают. Говоришь, я ни про что про смерть уже не говорю, а конкретно про Христа начинаю проповедовать этим людям. Ну, даже многие люди приезжали некоторые ко мне сюда, но им надо сразу, батюшка, какие надо цвета тапочки привезти, чтобы храм-то к вам. А я говорю, нам тут просто так не получится. Я за все время покрестил, наверное, ну, из взрослых одного, но он сейчас ходит вот в храм, мне помогает. А из детей, ну, человек 10. И когда начинаешь говорить, что надо не 2-3 беседы, а пока вот я буду видеть, что вы готовы креститься, что вы Христа полюбили, что вы поняли, что такое церковь, что такое исповедь, причастие, тогда будете, ой, извините, мы тогда в другой храм пойдем. Но те есть тот, кто соглашается, те, кто ходит, беседуем мы с ними. Вот они, Евангелие должны у меня от Марка обязательно прочитать. Это у меня минимальное такое требование. Я даже разговаривать не начну, если человек не читал. Говорю, как вы будете со мной? Я кто такой, говорю? Червь, а не человек. Вы должны с самим Христом познакомиться прежде. А потом с этим знакомством прийти ко мне, говорить, батюшка, вот я с Христом встретился вот в Евангелии. Что мне делать? Я хочу принять вот эту жизнь вечную.
И когда людям говоришь, осознанный человек, он идет на это, идут, читают. Потом у меня обязательно исповедь причастия. Я говорю, как вы можете маленького ребенка крестить, если вы сами не в церкви? Вы говорите, три воскресенья подряд причастились? Нет, не причастились. Так вы, говорю, вы даже тут сидеть, говорю, я в храме по, говорю, беседу, вот здесь в центре даже сидеть не можете, говорю, вот там на лавочке в приторе. А ставите свечи, говорю. Ну да, говорит, ставим. А вы знаете, говорю, что такие свечи не то, что вам не помогут, они только оскорбляют Бога. Он вам мстить, говорю, будет. А то, что вы, не зная его, приходите, как идола какого-то, и просите, чтобы он вам за эту свечку помог. И еще смотрите, а там, а сколько там она у вас стоит, а что-то шибко дорого, хотят за 2 рубля Бога купить, хотя всю жизнь церковь не ходит, ничего не делают. Я вообще убрал все эти цены, говорю, вот перед тем, как свечку ставить, пускай сначала ко мне подойдут, пообщаемся, увидишь причину. Тогда же человек не обманывать. Ко мне одни люди приехали машину осветить. Я это не очень люблю. Я считаю, что осветить можно только так. Вот ключи положил в церковь, осветил, отделил для Бога. Ну ладно, вышел, надел петрокиль, поставил все, воду святую, беру требник. Ну, говорю, вы знаете, говорю, я, говорю, людей не буду обманывать, я вам сразу скажу, что вот в этом освящении она прежде всего начинается с самого человека. Если вы будете ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, тогда, говорю, я вам освящу машину. Они мне говорят так, ну мы-то, говорит, неверующие, она-то машина верующая. Я говорю, вы знаете, это кусок железа, говорит. Ну нам, говорит, некогда, говорит, в церковь ходить. Ну, говорю, почему мне тогда, говорит, когда на вас время тратить, машину освещать? Вы уж меня извините, говорю, я тогда пойду лучше почитаю книжку, говорю, чем ваша машина была. Вам некогда, мне некогда, говорю. Получается, столкнулись два человека, которым некогда. В итоге они даже со мной разговаривать не стали и поехали себе домой. А это ведь, как вот люди приходят, мы же сами даем возможность успокоиться. Я пришел, свечку поставил, кулич осветил, воду святые набрал. Ну все, я же верующий, я в церковь хожу. А кто в этом виноват? Да мы и виноваты сами, таких воспитали людей, которые не понимают, что без Бога... Вот приходит, например, к Матроне, все просят, вот она помогает им там шибко. Я говорю, вы знаете, что Матрона при жизни, если человек на исповедь, на причастие не сходил, разговаривать бы не стало. А вы сейчас дай. Я не знаю, кто вам там помогает, говорю, но она точно не Матрона. И мнение поменялось, говорю, после смерти. Я думаю, что вряд ли. Вот. Поэтому люди миллионы ходят. Я помню, у нас был такой случай в Богоявленском соборе. У нас есть частичка этой мощи Матроны. Вот к ней никто не идет, пока вот у нас в храме стоит. Вот если привезут, значит, что это особая какая-то благодать, особенно. И вот тогда толпа стоит, в храм не зайдешь, на службу помолиться. Все идут, люди чего-то хотят, а понятно, ничего они сами не знают. То посмотришь письма, которые там пишут. Хорошо в Турцию съездить, на Кипр. Я понял, владыка Ростислав, какая Турция, говорит, какой Кипр, говорю. Просите о спасении, просите о том, чтобы ваши души Господь хоть как-то мог принять Царство Небесное. А вы на Кипр хотите съездить, оскорбляете святых своими этими прошениями. Вот, вот такая вот у нас жизнь. И поэтому, когда вот встречаешься с такими людьми, вот у меня община небольшая из-за этого, потому что, ну, людям неохота тратиться время свое. Ну, думал, сейчас вот вели вот эти катехизаторские беседы, ну, там две. Приходит ко мне человек, а вы, батюшка, что с меня требуете с вами беседовать? Я вот прошел беседу, я хорошо, я вам, говорю, три вопроса задам. Кто такая Троица, говорю? Кто, расскажите, зачем пальцы вот так складывают? Вы же беседы прошли? Он говорит, ну как, Троица. Максимум, что мне сказали, три ангела там. Ну, лучший, ну, это был ответ, это Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Святитель Николай. Вот, я говорю, хорошо, говорю, самый, говорю, наверное, сложный для вас вопрос. Иисус Христос, говорю, кто такой? Ну, это вы, батюшка, уже вообще такие вопросы задаете, откуда же я знаю? А, говорю, а причастие для чего? Какое, говорит, причастие? Я говорю, ну, а вы же были на беседе. У него бумажка, там вот на бумажке печать стоит. Прошел катехизаторские беседы в кафедральном соборе. Я говорю, ну вы знаете, говорю, с такими беседами, печать-то печать, я говорю, вам, говорю, надо быть долго еще беседовать. Ну, бывают люди, которые понимают, ходят, им же надо, они теперь пообещали быть крестными родителями. И сына сказать там, что мы не хотим, а родители хотят, чтобы именно здесь. Но потом родители приходят и говорят, не венчаны. Я говорю, а почему вы не венчаетесь? Ну вы знаете, это дело, говорю, серьезное, говорю. А у вас, говорю, сколько детей? Трое. Я говорю, значит, трое детей воспитывать, дело несерьезное. Семью создавать, дело несерьезное. А вот повенчаться, это выше, высшая степень уже. Я говорю, ну они говорят, ну а вдруг мы вот разведемся? Я говорю, вы знаете,
концепцию я почитал, Русской Православной Церкви, там написано, что если вы разведетесь, даже будучи в этом браке зарегистрированы, у вас грех будет такой же, как будто вы венчанный брак развели, потому что вы уже вместе, вы семья перед Богом. И поэтому никуда этого не денешь. У вас трое детей. А вы не хотите Бога попросить решить ваши проблемы всю же жизнь. И вы думаете, что вы все знаете. Что у вас будет через 10 лет, через 20 лет или через 30. Но люди, вот говорю, вот у меня приходили молодая семья. Я говорю, сначала сходите, решите проблемы, причащайтесь маленечко. Потом повенчаетесь, говорю. Если хотите, я вас бесплатно повенчаю, говорю. Мне вот у вас просто ваше желание надо. Все сразу задумались, посмотрели друг на друга. Я им дал книжечку к причастию к исповеди, подготовиться каждому распечатал. Евангелие дал одно там на двоих, чтобы они почитали, потому что дома нет. Я никого не крещу, если дома нет у каждого Евангелия, молитвослова. Говорю, как вы будете? Говорю, у вас ни меча, говорю, нет, ни слова Божие. Если приводят, показывают, вот батюшка, у нас Евангелие хотя бы есть. Читали от Марка? Читали, начинают спрашивать. Я говорю, как же вы читали? Ну, что-то плохо читали, не заодно. А они, бывает, даже если читают, ради галочки. Вот, значит, прочитала, раз галочку поставила. А суть-то не просто прочитать, а как-то, наверное, взять оттуда что-то. Самое главное — встретиться. Вот мне Антоний Сужерский нравится. Вот он, когда однажды что-то услышал про Писание, вот если, говорит, там это найду, сейчас пойду, вообще никогда больше не буду открывать и заброшу всю эту веру. Приходит, говорит, начал только читать. Чувствую. Напротив меня. Я, говорит, ни запахов, говорит, ни цвета, говорит, никакого, ничего не ощущаю. Но я чувствую, что вот рядом со мной сейчас находится Спаситель. И вот это перевернуло всего жизнь. Антоний Сурожский, у него община была крепкая. Да и епархиальное управление все его было огромное, община, вся епархия. И то, что приход. Вот. И поэтому я думаю, что если бы больше священников действительно думали о Иисусе, а не о куске куси, тогда у них было бы все на самом деле намного лучше. Вот у нас не священник знакомый в Томске, отец Марк Рыбников, мы с ним общались. Но вот мы, по сути дела, теряем этих людей. Вот приходит он, если человек думает, например, о хлебе насущном, вот любой проект человек создает, бизнес, он же так не делает, ну вот сейчас вот быстренько что-то какие-то подзаработаю, а потом уж как пойдет. Так делать же никто не делает. Делает основательно, чтобы оно приносило определенные плоды. Да, определенный вклад обязательно вкладывают. А мы даже вот эту элементарную, мирскую, эту безбожную систему бизнеса, которую люди хотят зарабатывать деньги, но не хотят они это даже это делать. А чтобы людей, которые, если создать общину, которая будет платить десятину, которая будет своего священника кормить, тогда вот эти проблемы все, они сами уйдут. И за свет не надо будет, собрал приходское собрание, не простое, которое на бумажке, там неизвестно кто написано, и сам потом за них там расписываешься, а настоящее приходское собрание. Ты сказал, приходское собрание, вот у нас надо 25 тысяч за газ заплатить, 25 тысяч за свет заплатить. Не хотите платить, будете сидеть в холоде. Соберемся, заплатим. И тогда батюшка не будет думать, как ему там семью кормить, как ему за свет платить и за газ. Но это надо начинать, чтобы сам священник работал. Иначе у него ничего не получится. Вот у нас сейчас такая община, которой можно пойти и сказать, что вот нам надо иконы сделать. Они раз собираются, делают. За свет заплатить, пожалуйста, за газ. Но вот мы не можем эту, я думаю, кружку эту собираем. Но я так подумал, у меня речка есть, я вообще в речке крещу для взрослых. Взрослое крещение. Ну, на зиму посмотрел, никто нас шибко не рвется креститься. И думаю, а что, наоборот, хорошо, что не будет этой кружки. Потому что за это время взрослого человека, пока речка отойдет, можно подготовить хорошо к крещению. Поэтому смысла... А если по смерти, так человек умирать будет, так тут уже другой разговор. Можно его и в тазике покрестить. Вот. Не наять ему, не заставлять. Вот, а и еще хотел спросить. Вот раньше у меня такой вопрос всегда задавался, но я благодаря вот вашим роликам ответ себе нашел. Вот, ну почему люди в церковь не ходят? Ну Евангелие хоть читаешь, иногда не все видишь. И вот я сейчас просто понял, что люди, которые в церковь не ходят, они часто говорят, а в церкви все плохо, священники там не те, да и вообще далеко идти. А почему не ходят-то? А потому что церковь, как бы там ни было, человек когда заходит, он сразу должен уметь себе мужество, правду слушать. И вот это событие, которое с Максимом Валерьевичем-то произошло, оно ведь показывает и внешнее, и внутреннее. Потому что люди боятся слышать о себе правду. И
если, например, священник начинает ему, да у вас все хорошо, прекрасная маркиза, только вы, говорит, в ад идете, но у вас все отлично. Вот такому священнику, вот какой хороший батюшка, вот он нам похвалил, у нас, говорит, все плохо, но отлично. А если человек священник, ему сразу лоб, а ты такой грешник, что ты сначала вот тут постой немного, лет так 10, а потом зайдешь, может быть, в середину храма, а через еще 10 лет, может быть, причастишься. Он говорит, о, нет, я такого в церковь ходить не буду. А поскольку есть другой возможный будет, он туда и пойдет. А там батюшка его, да, конечно, приходи, милый мой, кормилец, заходи, тебе тоже часть, и все, пожалуйста. И иногда, мне кажется, вот именно вот эта правда, которую люди боятся слушать, они поэтому в церковь не идут. Не потому, что священники плохие или еще что-то, а потому что внутри меня грехи, света там нет. Вот выключи квартиру, в которой беспорядок света, и сразу хорошо становится. Сразу все вроде нормально, все на своих местах. Только свечку занесешь сразу, ничего, тут стулья как-то перевернуты. А когда свет включаешь, тут и грязь, и пыль может видно быть. А если солнышко лучик падает, то и маленькие пылиночки становятся видно. А человек заходит в церковь, сразу себя грешником ощущает. Да, туда ходит, живет как все. Ну все же так живут. У меня все хорошо, все отлично. Но только я погибаю. Но это не слышно там. И вот я вот этот ответ благодарю вам, что благодаря вас я этого увидел, что люди, и Максим Валерьевич тоже благодарен, что вот эта правда, которая человеку просто скрывается. А то, что он это сказал, молодец, что сказал, потому что он людям, там находящимся, сидящим во тьме, туда так уголек такой, знаете, с огоньком таким легким такой кинул. И они так хоп, о себе правду-то увидели. Господи помилуй, какой же я страшный человек-то. Надо быстрее, либо этот огонек быстрее надо закрывать, а то нас сейчас все увидят, что мы из себя представляем-то. Надо закрывать его скорее. Но это не может просто так. Человек, который о себе правду узнал, она все равно как камень начнет его точить, он все равно, вот, если правда, честный сам перед собой, хотя бы чуть-чуть. Вот эта проповедь, она миссия такая сильная, она не сразу даст плоды, но потихонечку люди ко всему придут. Я вот на приходе сразу же проповедь сказал по Максиму, что нужно правильно отнестись. Потому что это вот есть пророчество в последнее время, что якобы пророк там Илья придет. Вы знаете, вот такие, как Максим Валерьевич, говорю, они нам помогают приготовиться пророк Илью. Вот куда вот он, думаете, придет? Он думает, пойдет на площадь Ленина, говорю, к нам проповедовать? Нет. Там все погибли уже. Он придет в православный храм, потому что там есть хоть какая-то надежда, что его услышат. И начнет говорить, покайтесь, вы такие здесь все грешники, что вам просто не то, что стоять здесь нельзя. Но раз пришли, значит, о чем-то думаете, наверное. И вот если мы сейчас научимся правильно благословлять тех людей, которые нам правду говорят, тогда у нас есть шанс услышать пророка Илью. А если он не услышим, то мы ему голову-то камушком-то и проломим. А потом оказывается, что мы восполнили вину тех людей, которые часто христиане. Ну, те, кто ходят, слышат Евангелие страстные. Вот как иудеи-то плохие. А говоря, мы-то чем хуже иудеев-то? Мы то же самое сделаем, если завтра Спаситель придет. Вот. Поэтому благодарю вас. Вы мне такой камень с плеч сбросили. Ну, Господь через вас. Но Господь, Он использует людей тоже не просто так. Избирает для себя. Как пророк Исаия. Когда увидел, испугался, Господи, видел Бога Саваофа, сейчас погибну. А ангел подошел, очистил ему грехи и через него говорил. И он, бедный, аж скрываться пытался, чтобы пророчествовать, говорить правду людям. Но нет, все равно Господь его в свои руки взял и поставил на то место. И вот вы, наверное, такой пророк среди нашего времени. Пророк — это же не тот, кто предсказывает, а пророк, кто правду говорит. Пророк, кто проповедует Спасителя. Каждый священник, вот есть такой апокалипсис, ангелу церкви, сообщи. Но это ангелы же не какие-то ангелы. Он говорит, Иоанн Златоуст называет священника ангелом. Потому что ангел — это вестник. И вот всякий вестник тоже ангел. Так бы он не хотел. Апостол — тот, кого посылают. А тот, кто проповедует, ангел, пророк. Вот. Учить надо. И вот говорят, будем проводить катехизаторские беседы. Ну, прямо принуждают уже, патриархия сверху спустила, и везде сейчас есть предварительные беседы. Я говорю, ну и прошли оглашения? Да, прошли. А сколько бесед? Я со священником спрашиваю. Ну, примерно две беседы. Три-то редко, говорит, бывает. Я говорю, а по сколько времени каждая беседа-то? Ну, бывает и 20 минут, и бывает и даже полчаса.
Ну и в совокупности один час, я говорю, так? Так почему вот вы, когда мы говорим, давайте вести занятия, и я приду бесплатно у вас, у семинаристов могу проводить занятия со священниками, почему вы не желаете-то? Ну не знаю, вот к вам так относятся. Но что они относятся, то мало ли что, ну как ко Христу относятся, распяли его. Но однако же он не бросил этот народ-то. Я же никуда не ухожу, нахожусь здесь. А у нас, я говорю, до крещения. Человек проходит катехизацию 450-500 часов. Разница есть? Конечно. Мы проходим полностью Новый Завет с людьми. Новый Завет весь. Противосектантский отдельно. Это один день в неделю за это время. И как уметь вести беседы с разными людьми. Они у меня разбиты где-то на 24 категории. Это каждый должен знать. Первое, те, которые не признают Бога. Второе, они признают Святую Библию за Святую Книгу. Третье, говорит, да я еще успею, я еще молод. Третье, да мне надо будет терпеть, я не выдержу. То есть категории людей, чтобы ты знал. И беседа только на основании Библии. Только. То есть моя задача людей привести ко Христу, а не к себе. И я когда даю ответ, вот у меня книга, допустим, «Открытым оком» 30 томов. Каждый том 750 страниц. Это не просто так. Эти книги все находятся у вашей епархии, у Михаила. Научной библиотеки. Михаила, отца Михаила Фаста. Еще в научной библиотеке есть ваши книги. Да. Так вот, я к чему это говорю, что в каждой книге у меня ссылок 3000. Я привязываю человека к Священному Писанию. Я тебе нужен только, чтобы показать. И ко мне, как к оракулу, люди никогда не обращают. Вот сейчас работает 11 человек по контакту, я там не работаю. А он ко мне сюда перекидывает, там 2500 человек. Другой работает по другой системе. И вот на меня эти вопросы идут. Я делаю только ссылку, место писания и несколько мест. И до свидания. А дальше, говорю, самостоятельно заходи на наш сайт. Я там отвечаю на 4124 вопроса на сайте. 55 тем, папок. О священстве. Там, ну, какие у тебя вопросы? Евреи, мусульмане, старообрядцы. Ну, 55 – это большой реестр все-таки. Это все взято из моих книг, эти туда вопросы и ответы. Священники буйствуют, буквально, ну, разрываются на счастье. Я говорю, мои книги находятся в интернете все, легко скачать, во всех библиотеках, самых центральных, ну, библиотеки Ленина в Москве, исторической, парламентской, ну, в патриархии, подарил патриарху Кириллу, почти всем епископам. Ну, вы меня вызовете на суд. Ну, назначьте комиссию, каждому выделите каждой книге 2-3 человека цензора, потом меня вызовете. Ну, я приеду не один, я плохо слышу, с переводчиком. И мне докажите это. А наш епископ был Евтихий Курочкин с местным епископом, когда с Дмитрием Максимом встретились, он говорит, вам, Игнатий, никогда не завинить, что он не православный. Он сугубо православный. Как Андрей Кураев это взял и говорит, я наткнулся, я ему книги, это тоже мои книги у Андрея Кураева. И я, говорит, там целые пласты открыл того, чего нету сегодня. Там ощах, там режут. Но он говорит не свои слова, говорит. Я беру что доказательства? Библию, которую я знаю. Дальше. Толкование святых отцов, это 300 томов фолиантов по патрологии меня. Дальше. Все каноны церковные, книга правил и жития святых 12 томов. Вот на основании этого я всегда даю ответ. Вот 4 параметра, которые обязательно я захватываю. Но опровергните это. Просто хулу одну гонят, как говорится, волну. А потом удивляется, вот от нас человек перешел, ну, полностью ушел по патриархию-то. И узнали, что он ходил на наши занятия. Его сразу же в семинаре на третий курс. Все. Почему? Потому что мы ничего не добавляем. А у него толкование, учение. Какое мое учение? Конкретно. Покажите, где системное учение. Да, я говорю, что нужно полное погружение. Так это мое учение. Апостольское правило 50-е говорит, аще не три погружения, да будет извержен. Да кто это сказал? Даже не собор, а апостольское правило. Апостольское. 50-е правило. Ну, какое бы слово я ни сказал, я его, допустим, о крещении привожу 136 свидетельств. Ну, просто раз, два, три, просто тебе считать, и то время надо. А это отдельное свидетельство, что сказал Кирилл Иерусалимский, что сказал Иоанн Златоуст, что сказал апостол Варнава. Я 40 лет собирал постепенно материал, мне из академии, там, вплоть до профессоров помогали. Материал-то не мой. А ты говоришь не одним
местом ничем не подтверждаешь. Иоанн Златоуст говорит, вот двое судятся за определенное имущество или дом, или землю. Пришли к судье. Один показывает купчее или дарственное, а другой приходит с голыми руками. Судья на какой стороне будет? Ну что тут не понимать-то? Вот, говорит, а вас кто благословил? Да Бог благословил, идите проповедуйте. У меня благословенная грамота от митрополита. Так он же умер. Понятие какое. Он умер, значит, и Христос умер, и нет никакого благословения. Я показываю благословение сегодняшнего епископа. Да кого же сейчас на покое? И кто это говорит? Это говорит преподаватель семинарии в Томске. Так надо было его спросить, а тебя какой епископ руку полагал? Так он же сейчас не в Томске служит, так ты что здесь-то? Или он умер? Ну так что ж ты служишь тогда? Я в Томске был позапрошлом году. А у меня в Томске живет родная сестра и там 5 племянников. А я вас тогда вживую видел. Я же тогда в семинаре дежурил. Вы тогда зашли и хотели лекцию говорить. Но я-то не проректор был, помощник дежурил. Я ему передавал телефон, что вот Игнатий Лапкин приезжал, хотел нам... Ну, с семинаристами пообщаться. Да. Я не знаю, звонил он вам, нет. Да. Скорее всего, не звонил. Я скажу, что приехали, епископа не было. Мы пошли в храм, отмолились, и в это время хором руководил он преподаватель там. Его можно найти будет, узнать, какой он. И он вышел с несколько семинаристов вокруг. Он ни слова не может сказать, он буквально трясучка его бьется. Это вы, это то. Я говорю, а что вы так волнуетесь? Я приехал к епископу. Я привез подарок ему. Он был такой преподаватель, это проректор по воспитательной работе семинарии. Вот как видишь как. Потом мы были все в монастыре, и там, кажется, Амвросий есть. Он бывший когда-то настоятелем был-то. Ну и такой случай, интересный, к слову сказать-то. Мы приезжие, они сидят в столовой, монахи, и обедают. Он вышел. Вышел, даже намека не дал, что я странник, мы приехали с такой миссией. Хотя бы сказал, для виду хотя бы, вы не хотите с нами быть? Я уже тогда говорю, а почему вы странников не приглашаете? Написано, странником был, приняли. Так, а вы же не священник. Я говорю, вот это здорово. Но у меня же тоже губы, зубы и язык. Вот мы приехали, я говорю, мы полтора дня не ели. Это, но у нас настоятель сказал, это нельзя делать. А умереть у вас можно у порога голодному? Я не сяду за стол, я у сестры уже пообедал. Но само по себе рассуждение-то какое. И он идет, еще и оглядывается, его не видит ли, что он с Игнатием, иначе его тоже под топор пустят. Ну, понимаешь, ну вы задумайтесь, какого духа-то вы, какого духа? Вы не знаете, какого, я говорю, духа-то. Господь сказал ученикам своим. До того прямо удивительно, выходит священник один, и он проповедь вообще не говорит, но тут сказал проповедь. А мне, ну, трехтомник, это три тома, Нового Завета полное толкование, там мои комментарии, 297 комментарии на толкование, на места, где Феофилак говорит о необходимости проповедовать, я туда расширяю и вставляю там из Серафима Саровского, из... То есть и другим шрифтом, и отделяется, и написано ИЛ, это комментарии мои. Ну ты опровергни, что они не действительно это. Но это большие, красивые, интересные такие книги. Я подарил их Путину, Медведеву, Патриарху. И вот мы здесь выбрали день, когда приехали священники на исповедь. Ну, тогда мы целую акцию разработали. Стали в разных местах, и заложена книга для Слова Божия «Нет уз». Туда же к трем, четыре книги. И вот их выходит оттуда, и мы 125 священников я им подарил. А один комплект, это 100 евро. Ну, прикиньте только, какой у меня расход. Для меня это ничего нет. И главное, мне Бог дает чувство, что я не в ущербе себя чувствую, а в такой особой приподнятости, что Бог позволил накормить, дать, как вот Иоанн Милость. Это Бог делает, это не мое. И вот один из священников, проходит неделя какая-то, ему подарили, он взял. И первую проповедь сказал-то. Я думаю, что же он сказал-то? А там наша братова сестра, так сказать, поверит. Братья и сестры, как у нас в храме сегодня тепло. Батюшка, спаси Христос. О, а почему тепло? Не знаете. Игнатий подарил мне вот то-то. Я их сжег в котельной, поэтому так тепло. Какой ужас. Так ужас, а не где-то у нас. Так вот. Село Завьялово, Гридин. А, знаю, Новосибирский, да? Да, это все. Я называю фамилию, просто неохота бывает человек, ну вот меня опозорили. Я называю факты, не просто так. Мы пришли, мы приглашаем его к нам на престольный праздник. Другие священники приехали,
по благословению местного епископа, а епископа патриарх Кирилл давил, чтобы мы единственные деловщины зарубежной церкви, которые не вошли, признали все, акты, благодатность. А там-то, когда совещания-то были, собирались-то, там не было вопроса об объединении, там вообще его не было, это потом они все надули-то. Вот. А он хотел приехать, не приехал. Так он на этом бы остановился. Я не мог, у меня там зуб заболел. Он выходит и говорит, вот у нас были, тут приглашали. Это американские шпионы. Видите, это специально засланные люди. Какие-то бороды отпустили, какие-то пояса. И это проповедь в храме. Ну куда же мы придем-то? Я его обидел чем-то. Вот. Люди некоторые подучили подарок. Он теперь на исповеди, а ты с Игнатием встречался? Он говорит, встречался. А книжки он тебе не давал? Да я, говорит, купил к истинному православию. Отдай ее. Да как же отдам-то? Я считаю. Причащать не буду. Попы играют причастием. Не буду причащать. Он не стал ходить, предприниматель. Мы приехали, Юшков фамилия. Я говорю, а что ж ты не ходишь? Да зачем мне такое нужен-то? Пристал книгу. Я считаю, я в храме ходил сколько лет, такого не узнал, что узнал из вашей книги. Ну, у меня по порядку там крещение, обширнейший материал, как... Некоторые... Это в Евангелии еще было, когда слепорожденного Христос исцелил, они, кто исповедует Христа Мессии, то изгнать из собрания. Но я благодарю Бога, это мой крест, и мне это радостно. Блаженны изгнанные правды ради-то, ибо велика ваша награда на небесах. Но я молил Бога удалить, говорит его, но Господь сказал ангелу сатаны-то, довольно для тебя благодать, и мне слишком много дано, и поэтому... Знаете, как это веса, когда бывает, зацеловали, а с той стороны теперь подравнивают, да, давят. Ну, чтобы раньше времени не вознесся. Да. Гони все, ну, ты возьми то, что тебе дают, потому что этого, ну, на дороге-то ты не возьмешь. У меня опыт 51 год работы с разными другими наименованиями, там, сектантами и прочее. Вот у нас один обратился, а он военный следователь КГБ. Ну и мы, крестить его никак здесь, не крестят попы. Мы его поехали к митрополиту, тогда он, архиепископ был Гедеон Докукин, Ставропольский потом он стал. Мы договорились, а у них крещальная там Новосибирский на втором этаже. 75 ведер принесли воды, мы туда затащили. И вот он крестится сам, жена, и у него два тогда ребятишек было, крестится. Но он протестант, но знакомые у него были лютеране. И он пригласил эти семьи только посмотреть. И этого было достаточно, чтобы две семьи присоединились. Понимаете? Вот настолько сильное веяние Духа Святого и благодати. И они это ничего во внимание попы не берут. Ну и хорошо, моя награда остается для другого места. Ибо если кто-то обращается, кается, там, Златоуст говорит, часть награды, я уже получаю здесь. Но пусть моя награда будет меньше, только обратитесь. Это любовь. Но все больше начинает понимать об этом. Вот один из них, это отец Сергей Дудин. Вот. Видите как, у нас там не заладилось где-то. А он, оказывается, и Классена знает, отца Александра. А это производный от отца Геннадия Фаста. Это его. Да я знаю. Но, а он-то в моем... Это Николай Абрамова там же, тоже. Нам нужно открыть сердце. А что самое главное? Самое главное два пункта. Родиться свыше... И быть исполненным Духом Святым. Крещение Духом. И жить в Духе Святом. Это наиглавнейшее. Все остальное разъясняется вот в этом. Если этого нет, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. К Римлянам 8:9. В этом весь смысл. И все время надо просить поддержки у Бога в любви. Чтобы не оставить первую любовь. Если она была. Так осудить-то тоже буду за любовь. Голоден был, не накормил. Странен был, не накормил, не посетил, ничего не сделал. Да Господи, я же причащался же ходил, я же там все молодец такой. Ходил в церковь, каждый день перед тобой бесами, бесов изгонял именем твоим, а ему скажут, отойдите от меня, да, проклятые, да, вовы вечные, уготованные дьяволу и слугам его. Ну, пища-то была не только телесная, но и духовная. Перевести на духовное мы можем? Можем, конечно. Даже должно, даже нужно. Я вот людям, которые приходят возле причастия, говорю, вот это одно из ваших добрых дел. Петра Первого привожу, случай был там, когда человек украл там, и можно было потом времени руки отрезать. И мальчонка его маленький приходит и говорит, ну вот если руки, говорит, ему отрежете отцу моему, то нам голову всем сразу посветает, потому что, говорит, он-то, говорит, наш кормилец. А вы, говорит, ручки, говорит, мне, говорит, отрежьте, он маленький совсем.
Вот а если, говорит, он будет видеть, говорит, эти ручки, никогда больше в жизни не украдет. Но мы, говорит, все живые останемся, говорю. И вот эти судьи настолько, ничего себе, мальчик такой маленький, так пожертвовать собой хочет. До Петра Первого побежали. Боятся, сделают приговор, он им сам голову отрежет, Петр Первый. Они сделать не могут закон. Но Петр Первый сказал, если такого сына смогли воспитать, то значит и отца надо простить, того, кто воспитал. И вот я говорю, вот если, говорю, сами, говорю, приходите ко Христу, вот теперь не молился, Господи, мы будем молиться теперь за отца нашего или за мать нашу, и причащаться, мы будем причащаться, исповедоваться. И когда будем там перед Христом стоять, Царство Небесное, они там будут наблюдать со стороны, подойдете к Нему, говорю, милостивому, Спасителю нашему, Он говорит, просите, и дано будет вам. Вот и попросите тогда, Господи, пускай мать наша, или отец наш, или брат наш, день будет, а это уже он может решить. Разбойника же взял благоразумного, если кто-то осознал, говорит, свое состояние. Вот просите теперь, по крайней мере, себя через это спасете. А если есть шанс, может быть, и Петр Первый, хоть и не очень милостивый был, но он смог простить. А Господь намного выше, говорю, всего этого. Единственное, чтобы воля такая вот эта вот была у них, хоть маленькая к Богу. А то вчера вот было отпевание. Прихожу, человек лежит, значит, такой, с бородой, главное, ну, думаю, наверное, верующий. Захожу, спрашиваю, батюшка-то перед смертью был, исповедовался, причащался? Он, нет, не причащался, не исповедовался. Второй вопрос задаю. Ну, при жизни в церковь ходил, исповедовался, причащался? Нет, говорит, не ходил. Я говорю, ну, последний вопрос. А крещённый-то был, бабушка в деревне? Тут так между ними переполох такой. То ли бабушкой крещён был, то ли священник. Я говорю, знаете, это вот у нас гадать я не буду. Я говорю, отпевать сразу, говорю, не буду. Я им проповедь про Христа, говорю, что вот там надо жить. Что отпевание — это не какие-то ворота открыли, сразу в рай занесли, хочет человек или нет. Это все, говорю, вообще по идее прославление общины одного из своих членов, который ходил в церковь, вот прославление его, и туда вот провожаем все вместе. А я, говорю, его не знаю, он меня, говорю, не знает. Он при мне жизни благословение бы не взял, а я сейчас его крестить буду, ходить. Вот вы кладите, грядите, я сама благословит, говорю, ну куда денется, отпоем. Но ваша задача, говорю, намного выше стоит, чем стремиться к отпеванию. Вам надо самим всем к Богу прийти. Я говорю, а почему вы не позвали священника? Потому что вы, говорю, думаете, что папа приедет, причастит, поисповедует, все сразу помрет. А я всем пример, у меня дедушка, он тоже ветеран Великой Отечественной. Для него вера очень сложно до его отдавалась. Но он сейчас живой, ему 87 лет. А ему вот лет 7 назад сказали мне, что все, 2 недели готовьтесь, помрет. Я ему, дед, ну помрешь, говорю, давай причисти. Ну, он согласился, все, батюшку и позвал. Он приехал, я тогда еще был просто семинаристом. Он приехал, значит, поисповедовал его, причастил. Он до сих пор, вот сколько, 7 лет уже живет. Я говорю, вы понимаете, вы своего родителя, может быть, решили каких-то лет жизни. Если бы он бы вложил, Господь бы дал бы, может, ему еще шанс пожить рядом с вами. А вы боитесь. Либо приглашают священника поисповедь причтить, но уже он вот такой сидит, не говорить не может, не есть, не пить. Я говорю, что вы мне пригласили? Посмотреть, как он умрет, и вы водой покропите. Так он, говорю, не может даже сказать, хочет он этого или нет. Он вообще ничего не понимает. То ли это смерть уже за ним пришла с косой, но папа не узнает, не видел уже никогда, боится там. Вот. Если человек, есть люди, которые открыто отказываются, чтобы священник, нет, только, говорит, священника мне не зовите. Так она, говорю, сразу, говорю, Царство Небесное отреклась, говорю, а вы мне ее отпевать принесли. Ну никуда не бывает иногда просто, ну, раз крещен, владыка благословил. Я вот ради этих людей пришли, вот если вы будете, говорю, так делать, тогда вот это все хоть какой-то смысл имеет. А если мы просто постоим со свечками, разойдемся, говорю. Все, это, говорю, просто, говорю, воздуха тут ходим, помашем и все. Потому что одно дело, что я сделаю это, я-то кто такой, я никто. Главное, что Бог сделал. А Бог просто так, говорю, делать ничего не будет, если вы к Нему не относитесь, к какому-то, не знаю, источнику всех дай. Вот. Поэтому не знаю. Вот люди. И, ну, я стараюсь не терять веру в людей. Но приходит ко мне человек, вот у меня тут был случай, меня тут чуть не ограбили с карты моей, которую мы деньги собираем. Там женщина мне говорит, вот помочь. Ну, я, ну, помочь, помочь. Но уже когда у меня пароли вот эти, которые сам, чуть ли не чтобы я как расписался, говорю, ну, извините, говорю, деньги не мои, рисковать не могу. Вот, в итоге она как-то образом сняла с меня эти деньги, но я потом их верну там через банковскую службу. Но тем не менее, все равно вот, искушение это для священника. Недоверие людям. Я не могу себе позволить не верить людям. Вот не могу. Но приходит ко мне человек, я должен принимать его, видеть, смотреть. Но у меня есть
шанс и вообще возможность сказать ему в любом, кроме одного. Если он решил покаяться, я с ним обязан говорить. Я всем людям говорю. Вот вы запомните, я вам тайну говорю, скажу, только никому не говорите, что священнику вы не, вам обязан приехать поисповедовать вас. Может быть, он вам откажет от причастия, но исповедовать он в любой момент вас обязан. Ночью, днем, во сколько. Это абсолютно бесплатно, говорю. Если такой священник у вас деньги попросит, вы, говорю, сразу звоните, говорю, мне вот, вот возьмите здесь телефон, вас знаете, вот я сразу позвоню куда надо, и священник этот больше никого не сможет никаких денег взять. Потому что, ну, а люди ведь сразу, вот они сами уже так настраивают, приходят, спрашивают, батюшка, а сколько стоит? Я говорю, там столько стоит, что он, говорю, никогда в жизни не рассчитаться, говорю. Поэтому ничего брать не будем с вас. А вот вы своей жизнью рассчитываетесь, жизнью своими, сердцами, которые Господь и ждет от вас. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Попробую воплотить ваш опыт. Вот пойду по деревне, по моей, с Евангелиями пораздаю. Идти надо, никак по-другому нельзя. Господь говорит, идите. Почему у священника профессиональная болезнь ноги? Они стоят столбами на одном месте. Надо идти. Другого нет спасения. А как, говорит, если не будут призваны, апостол Павел в 10 главе к Римлянам прямо говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Меня неоднократно спрашивали везде, там, где я сидел, в тюрьмах, а вот даже которые встречаются, а почему вы именно читаете? А потом священники даже спрашивали, а что лучше, может быть, сначала объяснить? Понятнее, не надо объяснять ничего. Сначала прочитай Евангелие, а потом объясняй. Дай место Христу. И, допустим, вы разговариваете с каким-то неправославным, но он в это время цитирует Слово Божие, смиренно склони голову. Это не он говорит. Это через него Бог произносит свои слова, начертанные Духом Святым. У православных понятий нет. А он сектант, почему позволять? Обожди. Они возникли из-за нашей лености, надо сознаться. Вот Андрей Кураев, это он умница такой. Он, я не знаю, там обвиняет где-то, просто не надо это лишнее-то говорить-то. И он говорит, в 632 году Махамад умер, это Магомед. И за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашли послать туда. И встретились только на полях сражения. А Исаак налог брали. Не нашли? Теперь 2 миллиарда под боком. Татарстан перерезает Россию. А это все были бы православные. И Магомед был бы один из лучших пророков православия. Упустили. А почему? Чванились. Давились снобизмом. Чего мне тоже не надо ничего говорить. Потому что все в прошлом. Такую катастрофу, которую потерпела Византийская империя, ну о чем Тихон Шевкунов там фильм-то поставил-то, не было этого. Превысило это только падение России. Все, абсолютно все было разрушено, как будто никогда не было. И вчерашние прихожане схватились за вилы, за винтовки. Чего теперь спрашивать? Когда заходили на собор епископа, а уже красноармейцы стояли. И один из них, я сейчас не знаю, Антоний или кто, говорит, что же вы так себя ведете там, на тросах? Вы что, Евангелие не считали? А не, что мы считали, мы только крышку целовали. Вы нас не учили, мы ничего не знаем. Какой, говорит, стыд для меня был. Это так. Теперь уже решение собора на данрусском языке 17-18 года уже опоздали. Уже лавина тронулась. Теперь пойдете на Голгофу вместе со старым батюшкой. Все под корень. И не поняли ничего. Бог дал снова свободу и опять за те же самые. Опять храмы, 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 храмы. Не надейтесь на храмы. Я не знаю, вы видели, нет, в фильме «Иеремия». Вот там это очень хорошо. Его заведите в Google, это в этом, в Ютубе. «Иеремия». «Иеремия» фильм. И посмотрите обязательно. Его бьют, он уже падает, лежит полуживой. И опять поднимает руку. Так говорит Господь. Чтобы ни одного лишнего слова за Библией не было. Нет этого в Библии. Златоуст говорит, о том не рассуждаем. Не рассуждаем. Почему? Потому что Бог утаил это. Что есть в Библии, знать не знает. А чего нету? Городит такое колесицу, и не кто-то попы. Я с ними, когда встречаюсь, я не ищу своего. Если бы я свое выискал, дело другое. Но вы попробуйте создать общину, чтобы все до одного были крещены в полное погружение. Все до одного были как родные братья и сестры, могли пойти на благовестие. Которые жертвуют самое последнее. У нас в церкви нету ни грамма, рубля ни одного не было за 20 лет. Нету. А как? Как? Мы только сказали, деньги собраны.
собрано, купили на пасеку, съездили в Оску, большие круги такие вот, дальше налили свечки, ставит батюшка, у нас движения нет никаких, с тарелкой не ходят, и на все хватает денег, десятина, святая десятина. Так а у нас не будут платить, что не будут платить, они не знают, а у нас все до одного платят, до единого. А почему? Учить. И поэтому тоже, над чем сегодня священники бьются, там храмы недостроены, их не надо строить. Стройте внутренний храм своей души. И тогда остальные храмы увидим, нужны они или нет. Надо смотреть очень серьезно на это. Вот этот разговор у нас может уже никогда не повториться. Ну, у нас разговор был божественный, я не один. Володя, подойдите, я с братом. Вот он стоит. Посмотрите на него. Владимир его звать. У нас стоят ролики, все отлично. Мы надеемся, что если Господь благословит, вот как с отцом Сергием Дудиным говорили, там вроде бы ему уже то ли разрешили, то ли благословили приехать к нам сюда, он говорит, Великий пост приедем. Вот. Я приглашаю вас. Если Господу будет угодно. Да, правила очень простые. Едете на своей машине, обязательно возьмите две простыни чистые и наволочку для себя, потому что у нас нету ни воды, ничего, а на грязное не положишь. А положить есть, куда нас все есть для этого. У нас хоть главное, чтобы не в печь только. Да, так программа вот. Очень простая. Желательно, чтобы был батюшка, отслужите вместе у нас литургию с ним. После этого у нас собрание. Мы не меняем свой репертуар. Вы при нас увидите, как мы беседуем. На собрании какие вопросы решаем. Всегда после богослужения вся церковь остается. У нас никто не разбегается. После этого, ну кто не может, бежит домой, там больные у кого, наши, которые приносят обед, общая трапеза. И после этого идут занятия. Полтора-два часа Слова Божие. А после этого, если есть возможность, идут по городу, и тогда идем на благовестие. За что? Мы по этой программе тогда с вами и пройдемся. Так я сказал, что у меня, понимаете, вижу маленько, это не зашорено. Вы скажите обязательно митрополиту Ростиславу. Ну ладно, скажите, понял, что я его приглашаю в гости. Да разве это можно? Угу. Позвольте. Христос идет к римскому сотнику, там еще выскочил навстречу, говорит, не ходи, я недостоин-то. Почему Христос-то не... И апостола Павла, Лидия уверовала, говорит, если признали достойной, войдите, и мы, говорит, у нее остались-то. А сегодня это невероятно, епископ, да ой-ой-ой, он на нас как на букашку смотрит. Я на него смотрю. Нет, у нас, смотрите, слава Богу. Я смотрю на него как на брата родного, я приглашаю его. А он мог бы заранее оповестить местного, и пришли бы со священниками. Вот это действительно братство. Вот я вам говорю по шкале, по которой есть. Так вы еще так и патриарха. Я его звал уже. Патриарх это брат наш. Почему я должен думать, что патриарх недосягаемый, к нему нельзя подойти? Еще вы решили? Когда он ходит с собакой, собака к его телу имеет доступ, а я не имею. Почему? Я вижу, с ним сидят, с патриархом иногда люди, даже совсем не церковные, а я верующий. Я ему подробное письмо написал, что делается, и пригласил в гости. Ну, у вас как-то это все просто. Да проще некуда, потому что от простоты во Христе дьяволу увлекает, говорит. Павел говорит, где просто, говорит, там ангелов создан, да. Где мудро, да. Нет ни одного. Чтобы, говорит, ваши сердца не уклонились от простоты во Христе. И вот я вас приглашаю, чтобы нам побыть вместе, разделить радостное общение, что мы знаем нашего Господа. Ну, хорошо. Какие вопросы, чтобы заранее они были готовы? Вот если вам нужно будет еще поговорить, вот я за вами оставляю тогда утренний час 7 часов. Но заранее, вот вы в Mail.ru бываете? Бываю. Вот, в моем мире, если вы на меня выйдете, попросите друзья, я вам скину некоторые материалы, по каким надо вести занятия, то есть подготовка пойдет. Кое немножко что-то дам вам, выход, чтобы был. И когда мы встретимся, мы уже будем намного ближе, чем сегодня утром в 7 часов. Вот, кажется, сегодня у нас 24 декабря, 13-го года. Мы будем еще ближе, потому что нас объединяет только Бог, любовь. А наши какие-то неурядицы, это на такое даже говорить не о чем, язык даже об этом не надо пачкать. Было, не было, ушло. Сегодня... Надо как дети. Как дети. Да. Вот ребенка накажешь, он тоже 2 минуты уже не помнит. Тебя целуют, обнимают. Спасибо, Господи. Так, до свидания. До свидания. Благословите нас. Бог вас благословит. Спасибо, Господи. Спаси Христос. Слава Иисусу. Это отец Сергий устроил нам. Благодарение ему. Молодец он.
Вот так. Вот сегодня встретились мы. Батюшка вышел на нас. Вот, я могу даже сейчас сказать, кто, как его фамилия. Вот. Это отец Сергий вчера нас, как сказать, соединил, можем сказать. Вот. Усачев фамилия у него. А, я не того взял-то. Это, подожди. Ага, вот он, Сергий Дудин. Сейчас покажу. Вот. Передайте. Так. Вот. Вот он мне и говорит. Но он написал мне. Так, классно, про классно. Вот он, вы пролистали. Пролистал? Да. Да ты что? Имена поискать. Усачев. Ян Усачев. Да. Отец Иоанн Усачев. Да. Ну, чтобы знали, как мне написать, я напишу это. Иоанн Усачев. Слава Христу!